Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Все для клёва». И мы продолжаем знакомить вас с новинками фирмы Вейда, которые появились в интернет-магазине klyova.com.ua. Напомню, что фирма Вейда начала существовать с 2018 года. Просто фирма Кайда была переименована в фирму Вейда, чтобы вы понимали. А так, те же станки, те же заводы, те же люди делают эти катушки. Итак, что касается катушки именно этой, это MBR-02. Она, друзья, на 9 подшипниках изготовлена. С мгновенным антиреверсом, здоровая, огромнейшая катушка. Вот, друзья, основные характеристики, которые производители пишут на коробке. Это 9 подшипников, это система Byte Runner, алюминиевая шпуля, антиреверс, мгновенный антиреверс. Это получается Power Drive, это высокопрочная силовая передача. S-Curve – это система предотвращения вибраций. Right-Left – это у нас ручку можно ставить что слева направо, что справа налево. Компьютерная балансировка ротора и корпус из высокопрочного карбопласта. Здесь, друзья, представлены основные характеристики этой катушки. То есть есть модели с шпулей диаметром 7000 и 8000. Обе они на 9 подшипниках. Передаточное число у обоих 4:1:1. То есть за один оборот ручки лесоукладатель прокручивается вокруг шпули 4,1 раз. Также показывается диаметр лески, который можно накрутить. Видите, 0,32 265 метров, 0,35 225 метров и 0,45 135 метров. Друзья, ну первое, что бросается в глаза, эта катушка просто огромная. Она подойдет как для ловли огромных речных сомов, карпов, так и для морских и океанических обитателей. Она подойдет для рыбаков, которые забрасывают снастку длинными карповыми удилищами, так и для рыбаков, которые пользуются корабликами для завоза оснастки на максимальную дальность. Катушка системы BitRunner. Ну, вкратце объясню, что BitRunner – это означает бегущая насадка. Он представляет собой систему, которая обеспечивает свободное сбрасывание лески в процессе поклевки рыбы. То есть вы включили его, и в этот момент в режиме ожидания поклевки, и когда рыба клюет, то есть она, получается, шпуля стравливает леску до того момента, пока вы не пришли к удилищу и не сделали первое прокручивание ручки. Тогда система BitRunner отключается, и вываживание производится как обычной катушкой, при этом передним фрикционом вы настраивайте свою шпулю таким образом, как вам удобно для вываживания того или иного экземпляра. Длина фрикциона, скажу я, тоже очень, на этой катушке очень длинная. Это позволит настроить ее с необходимой точностью, той, которая вам необходима. Ручка металлическая, такая мощная. Силовая такая, то есть как бы не поломается, с возможностью перестановки ее с одного места на другое, то есть как бы проблем нет и влево, и вправо. Кноп прорезиненный, нормальный такой. Давайте посмотрим, есть ли в нем люфт. Ну, практически нет, буквально какая-то доля миллиметра какого-то технологический такой люфтик маленький есть. Что-то такое наподобие люфта. Ход лесоукладателя вокруг шпули при прокручивании лески, в принципе, плавный, легкий, но небольшой технологический шум присутствует. Так, душка фиксируется четко, то есть как бы самопроизвольных сбрасываний душки не будет. Так, по люфту в главной паре посмотрим, что там у нас. Ну, вы слышите, такой небольшой какой-то люфтик имеется, буквально чуть-чуть технологический такой, ну, доля миллиметра, друзья. Это продольно-поперечно
тоже небольшой такой есть технологический. Так, лесоукладыватели. Ну, слышно, там что-то такое есть, но я его, честно говоря, в руке не ощущаю. Есть в пределах доли миллиметра какого-то, тоже технологический. Ну, шпуля, она, в принципе, всегда ходит, то есть тут тоже присутствует какой-то люфт. В комплект катушки входит дополнительная шпуля, и хочу сказать, что бортик у этой шпули чуть меньше. То есть сюда влезет меньше лески, чем на основную алюминиевую шпулю. Теперь взвесим нашу катушку. Да, 784 грамма, друзья. Ну, вес катушки очень приличный, но не забывайте, что это мощная карповая катушка. Уверен, друзья, что такая катушка порадует своего владельца надежной и стабильной работой при вываживании крупных экземпляров. Хочется напомнить незыблемое правило нашего интернет-магазина klevo.com.ua касаемо любого рыбацкого товара. Если вы нашли такой же товар, но дешевле, чем у нас, скиньте ссылку на почту сайта, мы проанализируем ее актуальность и продадим вам еще дешевле. Друзья, если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Все для клёва». Рыбачьте с удовольствием, но для этого покупайте только качественные рыбацкие товары. И желательно в магазине klevo.com.ua. Всем пока, всего хорошего.